Всем привет! Меня слышно хуже, потому что Саня забрал микрофон у меня. Сань, ну, поздоровайся. Ребят, всем привет! Что хочу сказать. Я вам всем советую попасть на обучение в Элявто. Придя сюда, я понимал, что у меня есть какие-то навыки по автоэлектрике, но получая программу и знания здесь, я понимаю то, что я вообще не знал, что такое автоэлектрика. Это действительно... Тот уровень знаний, который я здесь получил, он очень высок. Саня, расскажи, чем ты занимаешься, ну или занимался до этого момента? До этого момента у нас был свой автосервис с компаньоном, но сложились так отношения, что мы разошлись в разные стороны, нашли каких-то общих точек соприкосновения. Вот. И я занимался больше слесаркой. Там ходовка, так по мелочи еще что-то. Потом мы были с ним как в руководящей должности, и у нас работали уже ребята. Но интерес к автоэлектрике у меня всегда проявлялся, потому что у нас были и электрики ребята, которые занимались этим. Но, так скажу, на том уровне, на котором они работали, они, собственно, знали очень мало. В итоге напрашивается следующий вопрос. Зачем пришел на курс? На тот момент... Я понял, что я хочу понять, что это такое, и получить тот набор знаний, который мне пригодится, потому что автомобиль – это моя стихия, я учился на автослесаре, у меня есть диплом, есть разряд. Стремление познать до конца автомотив привел меня сюда. И в двух словах, как проходит обучение? Обучение проходит на профессионально высшем уровне. Теория, практика и разъяснение прям поэтапно, что, куда, чего и почему, откуда мы идем, с какой точки, что мы ищем, что мы хотим увидеть в данной точке, в данный момент времени. То есть все супер. Какие планы? Расти, стремиться и работать дальше одному. Отлично. Спасибо.